Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Сайт «Миротворец» заявил, что внесет журналистов «Звезды» в свою базу. Как заявили администраторы скандального украинского ресурса «Миротворец», они готовы внести в базу сайта журналистов российского телеканала «Звезда», которые в четверг приехали на территорию Украины. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд – часть информационной спецоперации, сообщили в Твиттере авторы «Миротворца». Следует отметить, что журналистов российского телеканала пригласил приехать в Киев сам президент Украины Владимир Зеленский. Этот призыв глава государства сделал во время парижского саммита лидеров Нормандской четверки. Напомним, украинский сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, однако лиц, которых администраторы ресурса включают в свои черные списки, пограничники не пускают на Украину, а те, кто уже находится в стране, подвергаются гонениям и репрессиям. С 2014 года ресурс «Миротворец» ведет сбор информации по лицам, которых администрация сайта считает врагами Украины. Несколько человек из черного списка сайта были убиты украинскими радикалами. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.